Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive. У нас осталось последних 4 супер гибрида, они, по-моему, все уникальные, которые у меня не собраны, да? И сейчас мы соберем вот это вот чудо-юдо, Трицератопс плюс Дракорекс. Это как раз вот то существо, которое могло бы помочь пройти лорда Литронакса. В общем-то, человек, в общем-то, с помощью его и прошел, потому что у него, у этого существа, есть, когда на него подменяешься, он наносит двойной удар. Дракорекс обычно наносит одинарный удар, а это существо наносит двойной удар. Дракоцератопс. Такое довольно простое существо, логичное в названии, да? И, оно у нас просто легендарное. Давайте создадим его. Вот так вот. Выглядит оно прикольно, да, но на самом деле оно просто очень маленькое. То есть оно размером с Дракорекса. Дракорекс просто с таким вот хохолком и рогами. Вот такая вот штука получилась. Давайте его подраконим. Выглядит забавно, да? Но он маленький. Я был очень удивлен, когда узнал его размеры. Ну, еще давно. Так, 17 тысяч у меня обычного Трицератопса, которых я не ловил, это все мне насыпало там награды, турниры и все дела. А вот с Дракорексами, да, конечно, большая печалька. Ну, сейчас качнем, насколько сможем. Так, есть у меня редкая башня, там противники 17 уровня, вот, и есть эпическая башня, где противники от 19 начинаются. Вот, в общем-то, там мы и будем тестировать нашего Дракоцератопса. Но я его попытаюсь его сейчас качнуть на один, может, два уровня, если получится. Потому что, опять же, его качать очень... Это, наверное, чуть ли не самое тяжелое существо по прокачке, потому что, извините меня, по... А, нет, там по 500, это кого я качал? Там по 2000... Диларахейрус, там жесть. Это нет, не, забираю слова обратно. Это не тяжелые прокачки. Хотя тоже по 500. Ну вот у меня сейчас Дракорекс закончится. Ух ты, неплохо, соточку дались. Даже пару уровней, может, хватит. Не, не хватит, все, Дракорекс закончится. Ого, 80. Неплохо насыпают. Так. Ну давай, 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 соточка. Десяточка. А, еще разочек. Ну, вот и все. 120. Ну, тоже неплохо. Да я даже не рассчитывал, что так много получится. Давайте теперь будем смотреть. 2000 здоровья на 700. Конечно, слабенький он. Слабенький. Да, с двойным уроном всего-то там 1600 удар получается, чуть меньше. Скорость слабенькая, 109, да. Но вот он как бы ничем не примечателен абсолютно. Кроме своих ударов. И разрушительно-яростная замена. Вот это шедевральная штука. Давайте сначала прочитаем. Некоторые ученые считают Дракоцератопса похожим на Толсторога. И не без оснований. Кто такой Толсторог? Это типа Трицератопс Толсторогом стал? Или вообще-то Толстолоб? Благодаря сочетанию гребня Трицератопса, ну вот это короны, да, и крепкого черепа Дракорекса, этот гибрид способен проводить невероятно сильные атаки головой. Ну, двойной урон с обходом брони и щитов. Да. Замена невозможна на два хода. Прикольно. Есть тоже есть регенерация. Первый ход очищения. То есть можно просто отрегенерироваться, но подмены нет, да? И есть шанс оглушения 100%. То есть это, не знаю, у кого сейчас вообще есть 100%. Раньше были же у Цератопсова, потом эти удары поотменяли, поставили 75%. А вот у него осталось. Ну, короче, как для травоядного он шикарно, шикарно крепко бьет. Но в целом посмотрим. В целом посмотрим, ребятки. Так. Тогда давайте сейчас его поставим в команду. Команду его поставим, изменить. Вместо кого? Ну, вместо Индоминуса давайте. 18 левел.
Вот он где. Готово. Я тут команду взял чуть поменьше. Помельче, так сказать. И давайте смотреть, где тут редкая башня. Начнем с нее. Так, команда противника. Контратака. Контратакующие существа у нас тут. Ну, берем самых слабых. Так, с кого будем начинать? Не посмотрел скорость наших противников, блин. Ну, понятно, мой там спина там кто? Спина-то Зух. Так, ну давайте начнем с самого быстрого. Давайте тебя замедлим сразу. Больно. Ну вот как работают. Вот так вот подменяешься на Дракорекса. Он его сейчас двойным уроном пробивает. Ладно, вот этого пробивает. Ну а где мой двойной удар? А, ну вот, прилетел. Еще и кританул. Молодчинка. Ну шанс крита всего лишь 5%. Нам фартануло дико. Так, Птеранодон. Ну, у него 50% контратака. Все правильно. Так, давай. Есть. А, оглушение без удара. Давай делаем опережающее восстановление. И мы уже можем подмениться. Так, он тоже подменяется. Так, а ну-ка. Я быстрее. Тогда давайте паралич. Оглушение. О, я его добиваю, неплохо. Ну, ты не выживешь, дорогой. Крепко держится наш Дракорексик. Блин, Дракорексик. Дракоцератопс. Так, ну и подменяемся на кровотечение. Да и все. Птеровекс. Да, там, ну и некоторые ребята не поняли, почему у меня там вышло видео по Птеровексу, вышло после того, как он уже засветился в предыдущем видео. Ну, потому что, как бы, оно, видео снимается и выкладывается в разное время, и монтажится тоже в разное время. Там надо было что-то помонтажить больше, потому я его не сделал, выложил там, где монтажа не было, либо было проще сделать, короче. Вот такие вот дела. Потому серии выходят не в таком порядке, как я их снимаю. Ну, вы сами часто это видите. Ну, кто-то еще не понял. Так, ну, тут ты хорошо справился. Насыпьте мне, пожалуйста, пару тысяч Дракорексов, мы еще его качнем на один уровень. Кстати, не посмотрел, что мне там насыпали, блин, проклацал быстро. А ну-ка, давайте заглянем, что у нас тут в альянсовых наградах, там такие прикольные награды. Так, давайте. Легендарный, да, ну, то есть максимальный, короче, инкубатор вчера забирал, было круто. И эпический. Так, ну, это я выполню. Ну, это мелочь, там насыпают по много тысяч, когда уже инкубатор более высокого уровня, да? Что тут, 5 дротиков пустить? Совершите необходимое количество выстрелов дротиками. Это легко сделать. Так, ну и вот эпическая башня, где у нас есть 3 боя, и существа у нас здесь команда с контратакой. Да, ну давайте тогда... А, кстати, ребята такие неплохие, да?
Ну вот так давайте пойдем. Так, выбираем его величество Спинопезуха. Два удара и хана. Так, мы шустрее будем. Так, время свалить. Только давай, только не на дракоцератопса. А, он подменился. Усилил себя. И сейчас я подменюсь. Ему кровотечение. Ха-ха, это вообще круто. Новому существу кровотечение. Надеюсь, оно... А, ну двойное должно быть. Вообще-то оно должно простакаться. А почему один урон? Почему нет второго? Снимем с него усиление. И пробили, отлично. Топижара, Топуксуара, кто там она была? Валим. Хорошая анимация удара. Тоже кровотечение без, собственно говоря, удара. А, я типа не смог свалить. Но теперь-то я могу. И как раз время добивать. Двойной урон сквозь защиту. Ну, вообще-то не хотел я на тебя тратить двойной удар. И тем более сквозь защиту. Вот против карника как раз бы зашло. Но существо уникальное, да, прикольное. Последних три гибрида, вот это вот из процератозавра, тот, что делается, и из процератомин, да, называется. И эдмонтагуанодонт. Тоже прикольно. И вот этот прикольный, да. Только их, ну, прокачать, конечно, не так уж просто. Так. Ну, пора тебя добивать. Кританул. Ух ты ж гад. Еще и очистился. Но это тебя не спасет. Бой номер два, ребята. Вот такие вот у нас ребята. Это не все с контратакой, что ли, получается? Мегалозавр. Кстати, что по контратаке? Одинарная, ёхиндрова. Одинарная. И одинарная. Вот это мастера контратаки. А с подменами у вас что там? Замена с усилением. Пассивочка. Но у вас особо с заменами проблем нет. Ладно, будем так тогда брать. Пойдем такой компашкой. Трам-парам-парам-пам-пам. Ну, давай с тебя начнем. У него тоже паралич есть, как у Ютаринекса. Блин, контратака сейчас же прилетит. Полноценная. На 800. Еще и с критом. Ой-ой-ой, больно будет сейчас. Маюнга.
Ух ты, это неплохо. Да, он усилил себя, сейчас мы нарываемся на его усиленную контратаку. Можно и умереть. Так, у нас остался по факту один удар, и нам хана. Хотя, блин, зря, надо был обычный удар. Мы бы его и так пробили, он бы не смог контратаковать. Так, ну ладно, давайте выпустим драки. Двойной урон. И паралич. Мы пока что пошустрее него. Вот с хищниками, да, неплохо может сражаться. Так, паралич сработал. А смысл такого паралича? Ну, чтобы успеть сделать двойной урон. Да, сработали. Но двойной урон и так был доступен. Смысл этого паралича? Чтобы побыстрее открылась возможность замениться. Разве что. Паралич без урона. Так, ну и что, последний бой, да, существа с контратакой. Так, Ютаринекса я не использовал. Давайте так пойдем. Выбираем наше существо. Ну, давайте с Эрли Доминуса начнем. Именно Эрли Доминус, он так называется. У нас перевод какой-то рагульный в русском варианте. Давайте исчезнем. И просто пробьем его за один удар. Да и может от контратак будем уклоняться. Блин, да, не посмотрел, что у него есть нейтрализация. Получилось глупо. Ну, ты не переживешь свое усиление. Так, ну по факту мы уже не можем атаковать. Нужно подменяться. Иначе нас добьет, если не контратака, то следующий удар. Так, а контратаку принимает, получается, тот, кто заменяется, да? Но мы тоже, короче, не лыком шиты. Смотрите, какой Карни против Трики. Так, ну мы его как бы уменьшили. А, ну давайте, ладно, его уничтожим, просто такие дела уже. Чао, бомбино. Ну, блин, но его никто сейчас тут не пробьет. Это да. Ладно, давайте меняемся. И добиваем его. Вот такой вот подменой. Двойной урон сквозь щиты. Вообще классная штука. Против птерозавров отличный боец. То у них постоянные щиты, постоянные подмены. Это чехарда, вот он неплохо. Ну и вообще такое, да, палочка-выручалочка. Добить любого противника, ну, если у тебя получится его прокачать на какой-то нормальный уровень. Вообще шикарно. 30 тысяч литронексов насыпали просто по акции. Суммарно. Мегалозавр, конковинатор и птеранодон, ребятки. А в общем, на этом все. Если вам понравился новый гибрид, обязательно поставьте лайк. И до скорых встреч.